Доброго времени суток, кто зашел в гости. Была сегодня в парке Андреан Ситроен, где останавливается РРЦ. И, взяв электричку, я махнула в Версаль. В прошлый раз я стояла сверху, сейчас я стою почти внизу. Я нахожусь недалеко от центрального фонтана. Спускаюсь вниз, обойду фонтанчик, немного покажу, и потом я поднимусь обратно наверх. 7 часов вечера, очень солнечно еще, потому что завтра у нас обещают до 40. Никаких облаков нету. Иду по теневой стороне. Обратно буду возвращаться по солнечной. Так как сейчас, если буду по солнечной, то на меня солнце будет светить. Спряталась в тенек. Несмотря что 7 часов вечера, сегодня очень солнечно. И поэтому я приехала опять в Версаль. В прошлый раз я снимала сверху. Было пасмурно, плохо было видно, наверное. Было очень ветрено. Сегодня к вечеру ветер немножко спал. Я была в парке Андре Ситроен, и там был немного ветерок. Я еще колебалась, ехать или не ехать, но я решила сегодня приехать сюда, так как очень солнечно, и поймать такую погоду сложно. Можете прогуляться по парку, посмотреть на скульптуры, но все, что внутри сейчас парковой зоны, получается, оно как бы в тени. Свет только возле фонтана, где лошадки вот золотые есть, возле дворца. А в промежутке, если вы будете ходить между колоннами, там, где лабиринты, там сейчас все в темноте практически. Покажу лошадок. Конечно, красивее, когда фонтан играет, когда фонтаны поют. В 7 часов фонтаны играть не хотят, они хотят спать. В пруду водится рыба, живая, большая, огромная. Думаю, рыбу будет видно. Вот одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Их очень много, они здоровые, их никто не ловит и не ест. Войны нет, все плавает, летает, бегает, никто ничего не ловит. Их так много здесь, вот этих рыб, притом такие здоровенные. Вдалеке виднеется Версаль, сам дворец. Я шла по теневой стороне, потому что снимать было так сложно. Буду возвращаться, наверное, по солнечной. Хотя я вот думаю, я там в промежутке видела место, где можно было зайти и показать фонтанчик маленький. И как раз я шла по теневой стороне. А если идешь по солнечной, потом нельзя перейти на другую сторону. Тут как бы идет цельный такой кусочек зеленый. Покататься не получится. Парк уже закрывается. Еще где-то, наверное, час будет работать. Я пришла сюда. Уже было, наверное, 15 минут 8. Он работает до 8:30. Некоторые рекомендации. Я думала, я прибегу и зайду с центрального входа. Но меня ждал сюрприз. Оказывается, с центрального входа войти нельзя в парк. Надо обходить. А я этого не ожидала, потому что в прошлый раз я заходила вечером. Я-то в Версале уже 100 лет не была. Я была, когда приехала, один раз. Потом приезжала родственница. Я с ней, со своим бывшим мужем, мы второй раз приходили. Потом я снимала Версаль один или два раза. Наверное, один раз. Но я только дворец снимала, тогда не снимала парк, потому что это было не лето. А не летом солнце быстро садится, и что тут делать поздно вечером, когда уже солнце село. И недавно я хотела заснять, я пришла в парк, но было пасмурно. И вот я еще раз пришла, когда уже солнце, чтобы так показать, и по центральной линии вернуться обратно. Я только посмотрела, или не будет закрыт Версаль, так как Олимпийские игры. Было написано, что Версаль будет открыт, и парк тоже. И поехала. Выскочила я на станцию, уже было 7. Подошла к Версалю, мне сказали, нет, здесь войти нельзя, надо сбоку. Ну, я потеряла минут 10-15, пока я быстренько обходила часть парка. Парк огромен просто. И пришлось обойти и сбоку войти. То есть, если вы хотите прийти в Версаль, приходите сразу к боковым каким-то входам. Или дежурьте на территории Версаля, потому что в сам двор можно войти будет заранее, наверное. Но надо будет ждать. Потому что сейчас двор уже не пускают. А потом можно пройти в парк. А я пришла уже к 7, чтобы сразу в парк директ пройти и никуда не сворачивать. И получилось, что нельзя было войти, и пришлось с бокового входа входить. На это ушло время.
Лучше приезжайте пораньше, погуляйте по городу. И с бокового входа зайдите вот так вот возле, допустим, возле фонтанов погуляете, а потом вернетесь как раз по центральной дороге, как я сейчас буду возвращаться. И хочу сбоку, я там видела один фонтанчик, еще свет есть, может подойти. А потом я покажу сверху в эту сторону. Итак, еще раз Версаль, в солнечную погоду, вечер. Если вы захотите просто погулять бесплатно по парку, он работает до 8:30. В 7 часов войдете бесплатно сюда. Дворец виден, а по лабиринтам гулять не стоит сейчас. Ну, скажем, там темно. Только в некоторых местах есть солнце, куда я сейчас направляюсь. Туристов почти нет, все на Олимпиаде. Некоторые локации внутри парка освещены, но туда ворота закрыты. Не везде можно подойти вечером. И в некоторых боковых больших проходах открывается вид на маленькие фонтанчики. Они еще освещены. В принципе, идти недалеко, пару минут. Аллея де Сатурн. Свет есть, но стоит решетка. Я иду к маленькому фонтанчику. Несмотря на вечернее время, почти 7:30, вы можете все-таки некоторые фонтаны еще заснять. Они не играют, но они еще видны. И рыбка плавает в каждом фонтане. Большая такая плавает. Это чуть поменьше, чем в большом фонтане, но тоже водится. Можно прийти скосить по боковым проходам. Версаль очень большой, парк очень большой. С разных сторон можно подойти к фонтанам. Много развилок. Есть место, где поют фонтаны. Места, где поднимаются фонтаны, играют, красиво танцуют под музыку. Но сейчас фонтаны спят. Basin du Miroir. Мируар — это вообще зеркальный как бы бассейн. Примерно так вы можете увидеть. Возможно, так как Олимпиада, людей очень мало в парке. Ну так единицы ходят по центральным аллеям, я тут вообще одна. Все в центре города. Когда я ехала в парк Андре Ситроен, там было безумное количество людей в самом метро. Все на выход. Еще один маленький фонтанчик. Сейчас скажу, как называется эта улица. Аллея де Бачус, кажется, так вот она называется. H французы не читают, две буквы C и H. Ну, C и H может как Ч значить. Точно не могу ошибаться, но, как я поняла, Аллея де Бачус. Тут тоже фонтанчик, и в вечернее время он еще виден. Есть карта, показано, где я нахожусь. Я нахожусь здесь вот. Возвращаюсь я к центру. Вот так при солнце виден этот маленький фонтан. Люди немножко ходят. Ну и от маленького фонтанчика, куда пошли две дамочки, я возвращаюсь на центральную, к самому замку, к центральному фонтану. Здесь я где-то поднимусь, покажу еще сверху. Тут видно мою тень. Я стою и снимаю. Я путешествую со своей тенью. Чтобы снять дальний план, надо спрятаться за деревце. Потому что солнце сейчас уже в спину мне светит. Как раз на меня. Даже в вечернее время замок Версаль очень красивый. А в дневное время, когда много людей, ты чувствуешь такую атмосферу, все гуляют. Тут бывают костюмированные вечера, но стоит дорого. Надо иметь костюм, платье той эпохи. Ну и плюс еще билет будет стоить, я даже не знаю сколько. Может быть 500, а может быть и 1000. В прошлый раз у меня не было времени, было очень пасмурно, ветрено. Я не спускалась сюда. Сегодня чуть больше времени, более солнечно. Я решила спуститься, показать парк. Красивейший фонтан, все в позолоте. Очень тихо. Сейчас солнце садится поздно. С
переводом времени летним. Приходите сюда в сентябре, чтобы встретить здесь закат. Дворец показывала в прошлый раз, но еще раз засниму. Уже не облачно. Здесь в прошлый раз снимала, была толпа людей, туристов. А сейчас тихо. И вашему взору открывается вечерний Версаль. Его парк в солнечную погоду. Воскресный день. Последнее воскресенье месяца. Олимпиада. Тихо-тихо. Все люди в Париже. В Версале почти никого. Зато можно легко теперь снимать селфи. Есть только одна барышня, которая себя снимает на фоне парка. Чтобы снять парк, надо спрятаться за какое-то деревце, потому что солнце еще в зените. Огромная территория парка. И какая-то мамаша, дуже кричащая на своих детей, потому что они не делают ей селфи так, как она хочет. Да, со спины это крутое селфи. Это просто в тренде сегодня. Она на него кричит уже какой раз. Сегодня главное селфи. Так что, если захотите увидеть красивый закат, его можно увидеть не только на Эйфелевой башне, его можно здесь увидеть, в Версале. Но не сегодня, потому что вот уже 7:30, скоро закроется парк, еще очень солнечно, освещено все. Ближе в сентябре, когда уже темнеет пораньше. И немножко темновато, но тут вот тоже фонтанчик есть. Можно сбоку зайти, там есть пальмочки. Я не поднималась с бокового хода подъема, где есть пальмы. Я зашла с центрального, так, чтобы фонтан еще раз захватить. Дворец показать. Тут тоже одна из пальм. И очень шумная мамаша, которая все недовольна своими фотографиями. И все угрызается. Вообще интересная, забавная, комичная ситуация. Мамаша привела не детей посмотреть Версаль, а сделала себе селфи и сделала себе видео. И каждый раз, когда отпрысок ее делает не так, она начинает срываться в штопор. Ты пришла что, детям показать Версаль? Или что ли себе сделать фотографии? Вот такой вечерний Версаль. Тихий, спокойный, очень солнечный. С пальмами. В Париже очень много полиции на всех станциях. Я приехала, огромное тоже количество полиции было на ЖД вокзале. Везде патрулируют в большом количестве. Здесь, в этих маленьких зеленых будочках, можно взять поезд. Мини-тра, здесь написано 5-тра. Иду на выход, сам дворец, который я снимала у меня с видео по Версалю. Кассы закрыты уже. Я приехала, переживала, что мне не хватит времени спуститься, так как меня здесь с центрального входа не пустили, мне идти. Пришлось идти в обход, обойти довольно большой участок квартал и зайти снизу. Но за счет того, что я зашла снизу, а не сверху, я зашла там, где ближе к фонтанам, прошлась по фонтанам, а потом поднялась наверх. Если бы я зашла отсюда, все равно пришлось бы спуститься, а потом обратно подниматься.
И рядом с Версалем находится конюшня, где проходит шоу. А также еще есть муляжи, музей. Тут два музея. Вот сейчас направлены там муляжи есть, снятые, допустим, с этого музея, с других музеев выставлены. И там, где конюшня, там есть каретный двор, там есть кареты. И как раз вот последнее воскресенье можно посетить этот музей. Он у меня есть в разделе музеи. В общем, тут можно посмотреть некоторые музеи бесплатно, даже если у вас нету средств, посетить парк и пару музеев. Маленькая прогулка сегодня была по Версалю, по парку Версаль. Бесплатная после 7 вечера. Город Версаль. Электричка РРЦ. А чё, полиция едет? Да тут таксисты не договорились. Таксисты поссорились между собой, полиция приехала. Таксисты, три таксиста погрызлись между собой. Что-то кому-то дорогу кто-то не уступил. Полиция примчалась. Будут выяснять между собой отношения. Также сейчас, так как Олимпиада проходит, есть точки, где транслируются все мероприятия. И очень-очень цветущий Версаль. Посмотрите, какие цветы. Июль месяц. Как все цветет. Высажено красиво. Вот тут сбоку видно, там идет сцена, показывает сейчас фехтование. Попробую подойти сбоку, если пустят. Вовсю цветем. Архитектура Версаля за пределами дворца. Показываешь свои сумки и чешешь смотреть. О, натасьон, плавание есть. Да, Франция идет первой. Thank you.
Ну вот так, болеем за французов. Французы победили. Ну и на этом я заканчиваю этот ролик.